совершают движение на полку. Колено раскрыто.
перед собой, чем держали, все схватили и спустили локтевую дуло, чем локтевую дуло для себя. Здесь наружное расправление широчайшее мышцы спины, затылок при этом тянется к противоположной стене. Здесь, пожалуйста, сделайте акцент на приведение лопаток. Лопатки к позвоночнику, почувствуйте туловище. Вертикальное положение головы в исходной точке быть.
формирование второго класса? 4. Мы с вами не ускоряемся. 2. Остались. Макушкой вытянулись, почувствовали напряжение между лопатками. Я ускоряю голову на правый бок, плавно на левый. Стараемся начинать с маленьких амплитуд, всегда и постепенно наращивать по возможности. Без упора, без рывка. Плавно. Насколько получается, всегда пробуем амплитуду. Максимально плавно и в другую сторону спешим.
вот рано стали, как будто опускаем вниз скатера и по себе поднимаемся наверх, разгибаем шею, ноги, лопатки сводим снова, стекаем вниз грудным шейном и по себе возвращаемся. Еще три раза. Еще два. Мягкая мобилизация. Еще один раз. Отлично. И остались. Ладони на пояс. Бедра толкаем влево. Бедра толкаем вправо. Мягко покачиваем. Остались наверху на носках. Баланс 4.
все пальцы остаться на внутренней своей стопы на пяжу. 4, 3, 2, усилие колена. И стопы внутренний внешний свод. Постарайтесь колени по возможности стабилизировать, а стопами на одну сторону и на другую. Каждый сантиметр стопы попробуйте вовлечь в движение в перекат. Движение должно происходить в голеностопном суставе. 4, 3, 2, 1. И мы с вами правой стопой натягиваем носок на себя, опускаем стопу. Левой стопой, как будто бы карандаш поднимаем с пола, натянуть и расслабить. То есть мы делаем движение, карандаш подняли с пола, бросили, и с собой вдавили в пол, утренили за большим пальцем. Точно так же другая стопа. Подняли, сократили. Смотрите, если у кого-то судорога появляется, сильно нажимаете стопу, да, комфортной амплитуде, можно просто пошагать. Да? А мы с вами мобилизуем голеностопный сустав, улучшаем подвижность, мобильность. Стопы, еще 3, 2, правая, левая, отлично. И мы с вами берем палочку, кладем ее на пол. У нас теперь с вами блок ФР стопы. Справа сторона от палочки. И начинаем с тобой правой прокатывать палку. Медленно. Здесь мы с вами не ускоряемся, нам важно почувствовать. В рамках этого движения будет возникать дискомфорт. По шкале боли от 0 до 10 это должно быть где-то 5-6. Сильно специально ударим, так чтобы не захотелось больше наступать на ногу. То есть мы медленно, уделяя каждой фасции внимание от носка до пятки прокатываем. Мы постепенно будем смещать положение стопы на палку. Да, не забывайте пятка, мы тоже практически до конца доходим. Там есть тоже у нас подошвенная фасция, которая требует особого внимания, где она соединяется с ахиллесовым сухожилием. То есть должно быть, ну, не скажу, что очень приятно, но терпимо хотя бы. Отлично. И здесь мы с вами смещаем стопу больше вовнутрь и внутренним сводом прокатываем. Это где-то от выступающей косточки, от начала большого пальца до пятки. Да, внутренний свод там где-то. Это самый болезненный, как правило, участок в стопе. Посмотрите, у нас вот стопа в обычном положении, мы их сознательно вовнутрь заворачиваем, чтобы внутренний свод прокатать. Здесь мы не торопимся. Здесь нам важно каждый сантиметр проработать. Отлично. Не спешим. И вот сейчас в рамках следующего прокатывания вы найдете самую болезненную точку и на ней останетесь. То есть здесь мы расслабимся, не сознательно начинаем еще больше давить, а просто разрешаем стопе погрузиться вниз. Дышим. 4, 3, 2. Отлично. Разворачиваем стопу. Теперь внешний свод. Но не там, где у нас кости располагаются. Вы не костями палку смещаетесь, а именно там, где вот эта мягкая часть, да, у нас где пяточная фасция располагается. Наша стопа сложена порядка 36 костей, которые между собой соединены сухожилиями, небольшими мышцами, которые также требуют внимания. Прокатываем еще 3, еще 2, 1. И как в начале, полностью прокатываем стопу от носка до пятки. Здесь прям, если получается, можно чуть посильнее давить. Мы с вами уже разогрели
два раза. Отлично. Сходим с тобой с палочки. И сравните ощущения сейчас правой-левой стопе. Возможно, правая чуть лучше отзывается на шаг. И мы с вами смещаемся с левой стороны палочки. Правая стопа в стороне. И мы сразу же начинаем прокатывать ее. Медленно. Не спешим. Здесь важно не ускоряться, чтобы максимальный эффект получить от этого движения.
животе, и мгновение рука отталкивается от пола. Из этого положения мы только покачиваем бедрами, оттягиваем таз вправо и влево. Да, движение через бедра, через таз. Мы не в пояснице смещаемся, а именно в бедренные кости. Как будто у нас что-то на уровне таза складывается, и нам нужно отодвинуть. Закрыть ящик, задвинуть шкаф в голову. И все происходит в одной плоскости. То есть у нас таз вперед-назад не смещается, а бедра вправо-влево двигаются. Не спешим. При этом мы сознательно с коленями от пола отталкиваемся. Да, как будто мы на ягодице двигаемся. Движение должно быть для вас комфортное. Пауза, можете остановиться, почему-то так ярко, не спешим.
Опустились на плечи, локти подключили суставы, таз наверху, колени вот так. И мы смещаемся грудью назад. И руками предплечьями натягиваем грудную клетку вперед, как будто под натянутый веревочек стараешься грудью проскользить. Толкаем себя предплечьями ладонями назад, таз оттягиваем, нас кто-то двигается вперед и тянет в противоположную сторону. А затем мы сопротивляемся этому движению, плечевым поясом стремимся вперед, грудную клетку возвращаем на плечевые суставы. Снова таз оттягиваем назад. Коленями помогает себе вернуться. Движение максимально плавное. Здесь у вас не должно возникать проблемы. Мы улучшаем мобильность и подвижность позвоночника. Работаем над гармонизацией распределения нагрузки по опорно-двигательному аппарату. Оттягиваем глаз назад. Под натянутой ручкой скользим вперед. Мышцы живота все время у нас легко в тонусе сохраняются для того, чтобы по поясницы не начинали лучше двигаться. Еще лучше. Если снова запоминаю, чувствуете избыточную усталость, мы с вами опускаемся тазом на пятки. Если все в порядке, мы продолжаем работу. У нас с вами всего три повторения осталось. Двигаемся. Yeah.
лично подтягиваю колени ближе, поясница отворена от пола, натяжение носка обязательно всего себя и на себя. Yeah.
положение правого бедра на полу, опустим правую руку, левую и начнем двигать левым бедром по кругу, выбирая комфорт вверху, где поясница у нас не начнет избыточно напрягаться. А бедро максимально будет мобилизовано, медленная кость двигается по кругу, ягодица смещается. Одна колено наверх, тянем в сторону, вниз, в сторону, как бы. Спасибо.